Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Хто за нами стежить?». І сьогодні у нас в програмі дуже цікаві гості. Це Олександр Горошинський. Вітаю вас, це адвокат. І блогер, політичний експерт Олександр Семченко. Вітаю. Здравствуйте. Кажуть, весь світ з нами. Давайте подивимося, яким чином весь світ з нами. Вони боролись за нашу свободу, за європейське будущее. Здесь взагалі ніякого європейського будущего нет. Сім'я Трампа знає правду і хоче, щоб знали і ми. Чіткий посил о том, що события на Майдані имели фактор внешнего влияния. Подивимось далі. Адвокат сотрудников «Беркута», все еще находящихся под стражей, и у него другая версия событий. Я хочу обратить ваше внимание. Я лично допрашивал свидетелей, так называемых грузинских снайперов. Они рассказали, что участвовали в стрельбе. Эти свидетели сообщили нам, что среди организаторов расстрела активистов и полицейских на Майдане были такие люди, как организатор протеста Андрей Порубий, который стал спикером парламента, и лидер оппозиции Сергей Пашинский. Целью этой стрельбы и снайперов было создать хаос. И показать людям, что правительство Януковича использует силу против людей. Целью было не дать Януковичу подписать мирное соглашение, которую он все же подписал с оппозицией при участии и гарантиях европейцев. Пане Олександре, ви потрапили до американського фільму, який побачили мільйони американців. Да. І от якщо все ж таки коментувати суть, з якого приводу це все показали? От, ну, як ви вважаєте? Як відомо, мені і моїм колегам удалось опросить сначала грузинских снайперов, это людей, граждан Грузии, которые принимали участие на Майдане со стороны Майдана и фактически были очевидцами применения оружия группы снайперов из консерватории и из гостиницы «Украина». Данные люди, граждане Грузии, готовы были дать показания в Святошинском суде, но им удалось все-таки дать показания официально в Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, во время их допроса я тоже принимал участие, где они дали полный расклад по событиям на Майдане. В частности, они утверждают о том, что привозом, завозом грузинских снайперов, группы снайперов в Украину занимался непосредственно Михаил Саакашвили и его правая рука Мамука Мамалашвили. Эти люди, группы снайперов, они принимали активное участие в событиях в Грузии, в революционных всех этих событиях. Потом их привезли в Украину, поместили, и фактически они находились кто в консерватории, кто в гостинице «Украина». Накануне расстрелов им было раздано оружие стрелковое, и фактически применялось оружие и по сотрудникам милиции, и по активистам. Они заявляют о том, что непосредственно руководил этими процессами Порубий и Пашинский. Также они указывают о том, что расстрелами занимался отец, сын Парасюки. Обратите внимание, что эти показания, которые были даны ранее, абсолютно соответствуют показаниям обвиняемого, подозреваемого Липового, показания которого мы видели публично, который также подтвердил данные факты, что в гостинице «Украина», что в консерватории находились группы, там было оружие, они рассказывают, какое оружие, что они стреляли и по сотрудникам милиции. Здорово. И что самое главное, они указывают, что эти расстрелы 20 февраля, они были, задача их была для того, чтобы 20 февраля организованы были расстрелы, для того, чтобы 21 числа не подписали мирное соглашение между Януковичем и оппозиционными силами, а если это соглашение будет подписано, но не было исполнено. Ну и фактически они добились тех целей, которые ставили перед собой, об этом мы уже сейчас знаем. Дякую. Як ви можете прокоментувати цей відривок фільму? С Александром? Так. Ну а что он? Как, да, он как адвокат, собственно, излагает
ту позицию, которая, во-первых, соответствует интересам его подзащитных, но, во-вторых, насколько я могу судить, соответствует фактам, которые были собраны следствием, ну, в первую очередь, даже не следствием, а адвокатами. Потому что в этом деле следствие занималось, на мой взгляд, тем, чтобы эти доказательства и факты спрятать. Да. Самые вопиющие примеры – это спиленные деревья, для того, чтобы нельзя было определить, откуда стреляли, это заштукатуренные дыры от пуль в зданиях, когда прилетало. То есть, если бы были заинтересованы в проведении следствия, наверное, бы этого не делали. И, наверное, бы это следствие могли закончить не через 5 лет, как там Горбатюк занимался тем, что скрывал. Это, ну, других объяснений, почему так долго велось следствие, при том, что не нашли никого, не искали. Вы знаете, я вообще думаю, что вот в расследовании дела на Майдане многие люди не заинтересованы. В том числе, вот сейчас скажу, может быть, как бы немножко парадоксальную вещь, не заинтересованы в том числе и семьи погибших на Майдане, героев Небесной Сотни. Но они отримують конкретно гроші. Да, они как бы, они сейчас семьи героев, а если проведут расследование, выяснится, что они просто семьи жертв убийц, вот как бы кровавых убийц. Да. Но ничего в этом героического не было. То есть в чем героизм погибнуть за то, чтобы Порошенко вскочил на трон. Я не очень понимаю. Дякую. Давайте подивимось далі цей американський шедевр. Саакашвили был любимчиком Вашингтона. Сорос тоже его поддерживал через свою сеть организации открытого общества. Миллиардер даже заплатил, чтобы несколько грузинских активистов отправились в Сербию учиться у сербов, которые свергли своего президента в 2000 году. Как и ожидалось, в конце 2003 года без кровопролития был свержен избранный президент Эдуард Шеварнадзе, и Михаил Саакашвили пришел к власти. 9 членов его кабинета были людьми Сороса. Говорят, что некоторые все еще были на зарплате Сороса. При поддержке Сороса и администрации Джорджа Буша-младшего Саакашвили стал еще ближе к команде Обамы-Байдена. И особенно близок к вице-президенту Джо Байдену. По словам некоторых, так близок, что Саакашвили появился в Украине ради протестов на Майдане. Как вас перевезли из Тбилиси в Киев? На майдановский проект. Как я уже говорил, наше пребывание там было известно Мамуке Мамулашвили, Порубию, Пашинскому, Жанну и Саакашвили, конечно, с его окружением. Они знали обо всем. Поруби отвечал за жилье, транспорт, оружие и так далее. Люди, которые послали нас туда, это Пашинский, Саакашвили и его окружение, и Мамука, конечно. Естественно, те же люди, которые нас... Саакашвили лично меня не вербовал. Меня человек Саакашвили. Это сделал Мамулашвили, его человек. И за всем этим стоит Саакашвили. Як ви можете прокоментувати такі откровення? Ми бачимо, що там підписано було, що ці чоловіки, які говорять з грузинським акцентом, це снайпери. От. І, в принципі, я так розумію, що американці відкрито розказують, скільки людей від Сороса, від фактично американської еліти було у Грузії призначені на пости міністрів, там, при Саакашвілі, коли Саакашвілі все ж таки теж наслідок перевороту добрався до влади. Ну, роль Михаила Саакашвілі в Майдані вже українському, вона очевидна. Він фактично є профессиональным революционером, его можно так назвать. У него есть опыт, понимание, как это делается. Он проходил эти процессы. И, естественно, он оказывал самое непосредственное влияние и помощь в событиях Майдана в 2014 году. А на видео мы видим свидетелей, фактически тех, которых я опрашивал, которых допрашивали в Республике Беларусь, прокуратура. И они, в общем-то, говорят, да, действительно, то, о чем уже, в общем-то, неоднократно мы обсуждали, что их привозил Михаил Саакашвили, их правая рука Мамука Мамулашвили,
И они совместно и с Парубьем, и с Пашинским, и Парасюки там были, ну, делали то, что сделали. А цього Мамуку, я так розумію, навіть нагородили якимось орденом? Так, да, у нас є грузинський легіон, так називаємо, і він, як я розумію, лідер цього грузинського легіону. По даним, опять-таки, свидетельськими, він на сьогоднішній день знаходиться в Штатах, проживає. А кримінальні справи в Україні до нього? Нічого, до нього нічого не розслідується. Да, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що ні по одному із учасників со стороны Майдана на сегодняшний день нет уголовного дела, оно не расследуется. А я хочу обратить внимание, что я, кроме всего прочего, являюсь представителем потерпевших сотрудников милиции, которые погибли на Майдане. Еще в 2017 году мы своими силами установили, кто, к примеру, застрелил Колю Семисюка, это бывший сотрудник спецподразделения «Беркут». Его были убит. Он был убит 20 февраля 2014 года из охотничьего ружья. Так вот эти материалы, видеозапись, на котором видно момент ранения, мы в Генеральную прокуратуру передали еще в 2017 году. По состоянию после того ничего не поменялось. Потом мы, когда увидели, что показания Липового и других участников, оказывается, Генеральной прокуратуре все это время было известно, кто убивал сотрудников милиции. Ну, как известно, на сегодняшний день никто из них, да, не привлечен к ответственности. Дякую. Как вы можете прокомментировать такой цей відрізок фільму? Ну, знаете, для нас вот то, что не расследуется преступление против сотрудников милиции, а в общей сложности там более 900 сотрудников милиции пострадали на Майдане, под 1000, по-моему, даже. Это, на самом деле, большая проблема для Украины, в том числе сегодняшней. И это связано с тем, что сотрудники полиции теперь, они, вот, глядя на тех сотрудников милиции, думают, мы не будем защищать закон, потому что потом закон не защитит нас. Это очень плохо. Мы действительно превращаемся в банановую республику, в которой нет контроля, никакого контроля над ситуацией. А чому американцы показывают саме эти фрагменты и фактично висвітлюють свою агентуру, яка працює в Украине? Я ж правильно розумію, що ну, ви бачите, що постоянно подчеркивается, вот даже когда упомянули Джорджа Буша, что Джордж Буш передал его администрации Обаме и помог Саакашвили наладить хорошие отношения с администрацией Обамы. То есть все равно подчеркивается Обама, вице-президент при Обаме Байден, демократы, то есть постоят внутриамериканская борьба. В Америці йде внутрішньополітична боротьба, да, і вони зливають частину своєї агентури в Україні, я правильно розумію? Ну, то фактично, судя по тому, що тут сказано, це не агентура государственная, это агентура партийная и околопартийных кругов. То есть это агентура демократической партии и Сороса, одного из спонсоров демократической партии. Но это не агентура там, ЦРУ, АНБ, РУМО или каких-то других спецслужб. Потому что я думаю, что если бы это была агентура, конкретно вот государственная агентура, то здесь бы мы не услышали даже от Трампа. Потому что в противном случае он нарвался бы на еще один скандал с демократами, которые бы обвинили его в попрании там, государственных интересов. Дякую, и дивимось далі. Эти грузинские снайперы, как они себя называют, утверждают, что бывший президент Грузии Саакашвили и украинцы Андрей Парубий и Сергей Пашинский руководили их грязной работой. Все три этих лидера протестов на Майдане позже вошли в правительство Порошенко. Ну, тобто для нас, в принципі, це не секрет, але, я так розумію, для американського глядача це, вперше за все, кажуть, що якраз лідери Майдану чомусь всі опинилися десь при посадах. Да, ну, это само собой. Кроме того, не забывайте, что кроме этого фильма было несколько других документальных фильмов. Это снимали, как мы помним, из Канады профессор из Оттавы, профессор Кочановский, сделал детальный анализ по событиям на Майдане. Также были документальные фильмы, и Израиль снимал, Анна Стефан на этот счет. Были итальянский журналист и австрийский журналист, также снимали документальные фильмы. И, кстати, их участь этих фильмов была такая же, как и мы сейчас увидели. А все же таки, вот такие вопросы. А чему, например, мы бачимо там разные страны, которые про Майдан, про эти убийства снимают самые документальные строчки, а в Украине мы понимаем, что снимают фантастику? Да, так вот я как раз говорю, что вот эти то фильмы... Чему такая разница в жанрах? Ну, вот как раз хотел сказать, что вот эти документальные фильмы, все, которые я перечислил, в Украине так или иначе были заблокированы их просмотр. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ну, невыгодные
правда на сегодняшний день. Делается все возможное, чтобы вот эти так называемые идеалы Майдана, они сохранялись для того, чтобы общество можно было дальше раскачивать на плохих и хороших. Дякую. А от з вашої точки зору, чому все ж таки в жанрі фантастики у нас знімають про Майдан, а не в жанрі документалістики, саме в Україні? Ну, потому что в жанрі документалістики, если снимать, то получится, что Порошенко, Турчинов, так про и прочие негодяи, которые организовали государственный переворот, действительно негодяи, организаторы государственного переворота, по сути, преступники. Поэтому им приходится вот придумывать какие-то там нарезочку делать, и мифологизировать, идеализировать, закрывать глаза на некоторые факты. Ну, вот там сакральные жертвы Майдана, это Жизневский и Мигаян, да, то есть называют их первыми жертвами Майдана, на самом деле они не первые, но вот Мигаяна, допустим, застрелили дробью. Вся полиция, в общем, убойная сила дроби теряется на расстоянии 10-12 метров, а полиция, милиция тогда еще находилась на расстоянии примерно 70-80 метров от того места, где убили Негояна. Но если документальный фильм, люди даже самые упоротые подумают, а как же это вот, как так получилось? Вот фантастический выстрел какой-то, да? Если фильм, допустим, документальный о винтовке Пашинского, которую выносили, и Пашинский там обвел этот автомобиль с винтовкой в багажнике, то люди тоже задумываются вопрос, а что это за винтовка, и почему один из лидеров Майдана, который потом стал главой администрации президента при Турчинове, почему он требовал, чтобы этого человека отпустили. Наоборот, не взял его за грудки, не спросил, что ты, кто тебя нанял, на кого работаешь, давай показания на Януковича, а наоборот, выпихнул, освободил, отпустили его вместе с винтовкой. Экспертизу, которую можно было провести и выяснить. Да, вот она, винтовка, Янукович лично вручал, видите, дарственная надпись там. Як казав колишній генпрокурор Луценко, головне не вийде у розслідування на самих себе. Говорив він те, що в должності міністра внутрішніх справ. І давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. После бойни на Майдане президент Янукович уехал в Россию и был избран президент Петр Порошенко. Посольство США сыграло в этом большую роль, как и Сорос. Давайте просто говорить на чистоту. Американское правительство, мы твердо выступаем против переворотов, кроме случаев, когда не выступаем. Потому что иногда насильственное свержение правительства в определенной стране служит интересам США. И хотя это неловко признавать, иногда мы очень даже поддерживаем переворот. Переворот на Майдане был одним из таких. Больше крови, чем в революции Рос Саакашвили, но результат все равно оптимальный для США. Ну вот. От чому такі откровення ми чуємо в американському фільмі, які бачили мільйони американців? Ну, видите, самі американські журналісти, общество, вони признають, що да, дійсно Америка участвує в різних процесах революційних, і, як говорить журналіст, отримуємо від цього определену вигоду. Ну, как тут еще прокомментируешь, кроме того, что уже было сказано? Это факт. С вашей точки зору, чем саме розрахувався Порошенко за таку всебічну підтримку Сполучених Штатів Америки, про яку в цьому фільмі ми дізнались? Ну, кров'ю і деньгами. Потому что Украина очень много потеряла даже в деньгах. Не берем численный фактор. В деньгах по падению ВВП мы оставили многие рынки, потеряли многие рынки, на которых мы сидели десятилетиями. Если помните, то до вот этих всех событий Украина входила твердо так, входила в десятку, например, экспортеров оружия. А сейчас мы вот говорим, дайте нам какой-нибудь подержанный жавелин, мы куда-нибудь там его применим. То есть вот деньги и кровь. Ну а почему так? Кровь, це де саме? Кровь, да, в частности, на востоке Украины, на Донбассе, да. То есть создали проблему на границе с Россией. Но ни для кого ж не секрет, что главным геополитическим оппонентом Америки является Россия. И Америка на протяжении последних, там, наверное, сотни лет прилагала очень большие усилия для того, чтобы Россию осадить. И она достигала серьезных успехов, например, 100 лет назад, там, высаживая десанты на Дальнем Востоке. Иногда были временные потепления в отношениях, и сотрудничество между Америкой и Россией, ну, между СССР, приносило серьезные плоды для мира, позитивные плоды. Но потом менялись взгляды, менялись подходы, и снова приходили к власти ястребы, которые предпочитали воевать. Здесь вот почему американцы
так вспомнили? Да потому что, ну вот вы так заговорили вдруг, да потому что Трамп проповедует вот сейчас один из тезисов его прошлой избирательной кампании, и вряд ли это он будет отличаться от тезисов в грядущей избирательной кампании. Сделаем снова Америку великой. А Великая Америка основана на таких документах, как, например, Декларация о суверенитете, Декларация о независимости, и Конституция США. Это демократичные документы. Знаете, проводили эксперименты в Соединенных Штатах Америки, когда давали людям почитать Декларацию и Конституцию, не говоря о том, что это декларация Конституции, так они говорили, что это коммунистические документы. Вы что, меня агитируете за коммунистов? Так вот, Трамп как раз пытается возродить эти демократические ценности, ну, хотя бы на словах, и ну, никто ж не будет говорить, что в Америке никто не будет говорить, что декларация независимости – это плохо. 4 июня – это плохо, это хорошо. А Обама, демократы, Байден, его что-то все время показывают, представляются как те, кто уничтожают базовые американские ценности. Независимость, право на самоопределение, свобода, свобода слова. Вот это все, что перечеркнул Байден в Украине. И мы бачимо все объективно, что он так и робить. Это так и есть. И в данном случае говорят, потому что это выгодно Трампу. В любом случае это выгодно. Ну, это неплохо, что это выгодно Трампу. Плохо, что когда Трампу или другому президенту США будет выгодно уничтожить Украину, они будут прилагать усилия для того, чтобы это сделать. И давайте подумаем еще один фрагмент этого фильма. Семья Байдена быстро смогла хорошо заработать благодаря руководству Джо в политике Украины при Бараке Обаме. К апрелю 2014 года Джо встречался с директорами компании Burisma Energy, вот этой. К маю его сын Хантер Байден попал в число этих директоров и заработал миллионы с мая 2014 года. Он ничего не знает об энергоресурсах. Сын президента Трампа Эрик выразился лучше всего. Член правления ExxonMobil, одной из крупнейших в мире и самых престижных энергетических компаний, зарабатывают 330 тысяч долларов в год. Хантер Байден, не имеющий опыта в данной отрасли, зарабатывал 600 тысяч долларов в год как минимум в течение 5 лет. При этом средняя годовая зарплата по Украине составляла 1700 долларов в год. І ми подивимось навіть на того Хантера Байдена, то і якщо ми подивимось на наших голів газових корпорацій, наших українських, то вони ще мало заробляють, я вам скажу. Це без хатьки, якщо подивитись на наших топ-менеджерів, там, наприклад, того ж Вітренко та як його іншого Коболєва. Так. Ну, в даному случаї. Але все ж таки порівняння з ExxonMobil, так, дійсно, я думаю, тут досить влучно все зробили. Ну, мы здесь видим, провели параллель настоящего интереса Байдена к Украине. Он и расценит Украину как источник заработка. Ну и, в общем-то, весь коррупционный скандал вокруг Burisma, он уже известен. И понятно, что там, скорее всего, присутствует коррупционная составляющая под прикрытием высших должностных лиц, в том числе Соединенных Штатов. Дякую. А от з вашої точки зору, можливо, ми все ж таки втратили дуже великого експерта в сфері енергетики Байдена. Можливо, він отримував всі долари, які гривню, яку конвертував у долари і переводив собі в Америку, все ж таки з якихось інших причин, що він дуже багато працював. Знаете, я не, ну, во-первых, в фильме не говорится, что он много работал. В фильме как раз говорится, что он вообще ничего не делал, ничего не работал. А насчет того, что потеряли эксперта, вы знаете, я потерял бы, с радостью потерял бы еще нескольких экспертов. Упомянутого вами Коболева и Ветренко я бы тоже с радостью потерял. Я бы также потерял, наверное, Гончарука, премьер-министра, и вообще весь кабинет министров, включая Авакова, Маркарову и я прочих. Я думаю, Сорос с вами бы не поводился. І Сороса би, я теж з радістю повернув. Не з бюджету, а зі свого кармана. І Сороса я би теж з радістю повернув. Як шутять люди, ну, це, знаєте, в кожній шутці є. Коли Сорос умрет, в аду об'являть вихідний день. Ну, от, будем, я не знаю, сколько баянов нужно запасти для того, чтобы нормально, достойно похоронить такого человека, как Сорос. Потому что мы же не одни к нему претензии имеем. К нему претензии имеет не только даже Восточная Европа. К нему даже англичане имеют претензии, потому что этот взорвавшийся делок, он же зарабатывал в том числе на том, что выпускал английский фунт стерлинга и бил в том числе по английской экономике. На него зуб имеют очень многие. Я удивлен, что он по-прежнему может более-менее свободно себя чувствовать и, более того, влиять на политику, ну, ведущей страны Америки. Дай бог, чтобы он
как бы это сказать, в общем, отошел из нашего мира до тех пор, как, пока демократы придут в власть. У них же все равно сменяемость происходит. Дякую. Давайте подивимось еще один фрагмент этого фильма. Дело Бурісми было ключевым. Расследование, возглавляемое украинским прокурором Виктором Шокіним, подобралось слишком близко к Хантеру Байдену. Я взял этот документ, который показывает, сколько уголовных дел было против Бурісми. 1, 2, 3, 4, 5. Мы начали работать в этом направлении. Я думаю, было очевидно, что мы придем к тому, что предъявим обвинение Хантеру Байдену, Квасневскому и другим наемным представителям, которые имели влияние в США. Джо Байден решил, что Шокіна необходимо уволить. Приехав в Киев, вице-президент сам поднял этот вопрос в беседе с президентом Украины Порошенко. Мне сказали, у вас нет таких полномочий, вы не президент, сказал президент. Я говорю, позвоните ему. Я сказал вот что, вы не получите миллиард долларов. Я сказал, что вы не получите миллиард, а я сейчас уеду. Где-то через 6 часов я сказал, мы уедем через 6 часов. Если прокурор не уволен, вы не получите деньги. И что бы вы подумали? Его уволили и на его место назначили кого-то более надежного. Ну, тобто, зараз ми бачимо дуже цікаву історію. От ви як адвокат, ви ж розумієте, що без прокуратури, особливо без генерального прокурора, неможливо навіть там за крадіжку когось там буханки хліба в магазині посадити до тюрми. І сенс змінювати прокурора у закордонних партнерів є тільки, може бути тільки в одному, якщо в них є тут люди, яких проти яких не можна розслідувати кримінальні справи. Ну, це ж очевидно. От тільки така може бути логіка. Можливо, я щось упустив, можливо, в мене доповнити. От Байден сказав, що вместо Шокіна назначили більш достойного. Ми пам'ятаємо, це Юрій Луценко, під якого був прийнятий спеціальний закон під його назначення, який не мав права в силу отсутствия юридического образования управлять и руководить Генеральной прокуратурой. Ну и роль Луценко в событиях Майдана, в событиях расследования Майдана, она известна. Тот же Бубенчик на сегодняшний день гуляет на свободе только потому, что именно Луценко освободил его из-под стражи, не дал возможности даже посадить. На сегодняшний день есть уголовное производство, по моему личному заявлению, в отношении Луценко по факту незаконного вмешательства в ход судебного расследования. И оно и на сегодняшний день не расследуется, это дело. Вот. Поэтому очевидно, что для Байдена нужен был ручной генеральный прокурор, таким является Луценко, вот, который, в общем-то, фактически и делал все возможное, чтобы дела Майдана не расследовались. Ну, результат налицо. А вот с вашей точки зору, чи одним Байденом закінчилася справа? Мы же розуміємо, что у нас есть каста тих людей, яких не чіпають. И их конкретно прикрывает Генеральная прокуратура, чи зараз Офис Генерального прокурора, как там правильно называется. Мы бачимо Стерненко, мы бачимо різні там націоналістичні угруповання, які фактично робили дуже багато злочинів, це зафіксовано, а не жодних якихось конкретних дій щодо кримінальних справ немає. Ми бачимо Порошенка, ми бачимо того ж Парубія, ми бачимо тільки от... Ми не бачимо їх там, де маємо бути. Так, ми бачимо тільки Пашинського і теж епізодичний такий випадок, там, де була насильницька складова, це випадково трапилося, і він зараз вже на свободі. Він підсидів там 4 місяці, якщо я не помиляюсь, і він зараз вже гуляє. Ну, тобто ми бачимо систематичне роботу з того, що от є люди, які, проти яких не заводять принципово кримінальні справи. Чи не вважаєте ви, що це пов'язано з тим, що нам з-за кордону назначили генерального прокурора? Нам постоянно назначают генеральных прокуроров. Я бы здесь не идеализировал Шокіна. Шокін был таким же верным исполнителем воли Петра Порошенко. Просто Петр Порошенко выполнял какие-то свои обязательства перед Луценко и убирал Шокіна. А Шокін здесь очень хорошо влез в эту конъюнктуру. Я думаю, что дело по Бурісмі закрыл бы и Шокін точно так же, как Зеленский. Ой, Зеленский.
Точно так же, как Луценко, как Минит бы закрыл. Но сейчас он может как бы на этом деле немножко пиариться и показывать, как он был честный генеральный прокурор. Вас, по-моему, при генеральном прокуроре Шокине закрыли. Так, так. Да, вы в тюрьму сели при Шокине. И нормально как бы сидели. И Кацаба тоже при Шокине. Поэтому говорить о том, что он такой же такой честный, принципиальный парень, то, что Байден вот это хвастается, ну так это, извините, просто вот салонный разговор английского джентльмена, который вернулся из колонии в 19 веке и рассказывает о том, как он этих индусов сотнями расстреливал из пушки. Или как он там это, приехал в замок Махараджа какого-нибудь и ограбил его. Это доблесть для джентльмена. Другое дело, что сейчас другой джентльмен, Дональд Трамп, вот эту вот доблесть джентльмену поставит в укор и докажет, используя свой медиаресурс, что это преступление. Очень хочется надеяться, что хотя бы один джентльмен, не было еще ни разу прецедентов в истории Соединенных Штатов Америки, чтобы чиновник уровня вице-президента ответил перед законом. Но очень хочется, чтобы это произошло. И если это будет поводом послужит Украина, тоже замечательно. Может быть, какое-то время к нам лезть не будут.